Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда будете? Не знаю. Ну, хотя бы на земле живете? Да. Ну, слава богу. Я из Москвы. Если вас это как-то впечатлит. Абсолютно никак. Не впечатляет. О чем Нет. побеседовать желаете? Какие темы поднимаете? А о чем придется? Ну, тогда задам вам вопрос. Украинский язык Вы знаете? Знаю. Код как будет по-украински? Васька. Мультик. Ну, код Васька, как по-украински сказать? Василий. Непонятно. Вы кого зовете сейчас? Кота. Так он кот по-украински будет? Он по-украински? Да, котик. Котик. Ну, короче, не знаете украинский язык. Ладно, тогда без языка. Давайте что-нибудь другое обсудим. А ты знаешь украинский язык? Зачем мне? Я в Москве живу. Ну, а что ж ты проверяешь меня? Не, я хотел у вас про правила спросить, но раз вы не знаете украинский язык, то тогда я тогда не буду спрашивать. Да я знаю украинский язык, такого я не люблю вопросов идиотских. Почему идиотский? Как по-украински кот? Это идиотский вопрос? Потом ты последует. А как будет кит? Да? Нет. Нет, не про кит. А про что? Про правила. Как вы будете менять вот корень слова? Вот кот, это же кит, правильно? Вот кит. У меня есть кот. То есть по-украински я как там имею, как по-украински? Я имею... А, у меня есть кот. Вот у меня есть кот. Как по-украински? У меня есть кит. Вот, у меня есть кит. А у меня нет кота, как будет? У меня немає кота. Вот, у меня теперь вопрос. Как вы, почему вы поменяли кит на кот? А вот у нас есть... Вот в комнате стоит стил. Так. А на столе у меня стоит монитор вид компьютера. Вот, почему вы меняете? Как правило звучит? Вот так и меняется. Есть замена буквы О на И. Ну как? Правило как звучит? В зависимости от того, в каких падежах. Ну вот, так вы назовете мне правило? Ну. Знаешь, такое именный падеж. Именный, так, именительный. Именительный. Так. Да. Вот это будет кит. А кого? Кота. Кому? Коту. А почему меняется-то? Ну, меняется там. А молоко? Вот. Молоко оно, а нет у кого милока? А молоко не меняется. А почему там он меняется, а тут нет? Не во всех словах, кстати. А вот, ну почему не во всех? Как вы определяете, в каком менять, в каком нет? Как вы определяете? А вот почему буду кишечка? Так. И кого? И кишечки тоже. Во, не меняется, да? Не меняется. А там меняется почему? В односложных словах. В односложных? Так, давайте односложное тогда какое-нибудь. Бог. Так я же не говорю, что во всех. Так я-то спрашиваю, почему, в каких словах, как вы определяете, тут можно, тут нельзя. Как вы определяете? Так, как нам нравится. А, то есть вы как хотите, так и воротите. Нет. Мы просто правила учим. Ну, так назовите мне это правило. В каких словах можно, в каких нельзя? Ты знаешь, в каком классе это учат? Ну, вы письма пишете сейчас? СМСки, письма там, я не знаю. Как вы пишете, если это вы изучали в каком-то классе? А то сейчас вы ничего не пишете. Или пишете с ошибками? Ты знаешь, что я тебе скажу честно. Я не такой жлоб, чтобы писать смс-ку. Я просто позвоню. Я бы это дороже немножко стоит. Понимаешь? Ну я своими словами... А если объявление какое-нибудь написать там, не знаю там? Кому? Где объявление? Ну, не знаю, там, о продаже там носков, трусов, ну, что-нибудь. Нет, вы что, вообще не пишете я нигде? Я не торгую ни трусами, ни носками. А вдруг придется?
Письмо там кому-нибудь написать, письмо. Типун тебе на язык. А письмо какую-нибудь в редакцию кому-нибудь написать там. Я хочу у Зеленского спросить, когда это все закончится. Как вы письмо будете писать? А правил не знаете. Но он, бабулька, да, смеется, что вы правил не знаете украинского языка. Так она сама, она никогда не учила украинского языка. Так я и спросил, вы украинский язык знаете? Вы, значит, просто скажите, что не знаете. Чего вы мучитесь? Нет, так она не учила украинского языка. Ну и вы тоже, получается. Семья военного. Она просто выросла в семье военного. И все время по всему Союзу гоняли, поэтому она украинский не учила. Ну и вы тоже, короче, на суржике остановились и дальше не стали. Ну так ничего подобного. Ой, и меняются. Не в каких-то словах меняются, где-то нет. Ну, как не, вы, короче, не знаете, как менять. То есть, может, в случае чего неправильно написать. Вот, вот возьми ты, во-первых, Бог, это имя собственное, начнем прямо с того. А вот есть такое на Биг, Биг, и по боках. Так. Вот там же есть, уже меняется. Биг это Биг, а бока это бока. Так, а нос это низ, а носы это носы, носа. По носу. А низ, а в именительном низ, да? Низ? Вот у тебя, на носе окуляры какие-то. Так, ну а это как называется? Существительное, как это называется? Низ. Низ? Низ. Низ это низ. Это буква З. Там буква З. Низ. Низ. А, нос. Нос, нос, нос. Да, низ. А, на низ меняется, да? Да. Низ. А как низ тогда будет по-украински? Низ как? Низ. Низ, низ. А из низа получается носа. Нет носа, правильно? Нет носа, но есть низ. 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 А, низ? Да. Низ. Есть низ, а нет носа. Причем здесь низ к носу, ты мне скажи. Нет, как по-украински? Нос по-украински как? Нос, 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 как по-украински? Низ. Низ. С. Низ. С. И, С. Нет, а нет носа. Немає носа, немає. У тебе мозгу немає, мозку немає, а не нос. Ніс є, а мозку немає. А крот як? Крот як буде? Кріт? Кріт. Кріт? Так. Шикарний у вас язик, слушайте, як все. Та правило таке, якщо О односложне, то на І міняється, а якщо много, то нет кротов, правильно? Почему? Причем здесь это множество? Ну, вы сказали только что, что не меняется, когда одна слово, ну, одна буква, когда один слог. Крот. Вы же сами сказали. Крот, крит, значит, крит. Крит. Егор Крит, правильно я понимаю? Кто? Егор Крит. Он же крот у вас получается. А я не знаю, кто это. Ну вот, у вас же, у нас же есть, но он уже у вас теперь. Егор Крот получается, а нету кротов. Сіла бабка на кульбабку і спитала коника. Понял, що я сказав? Села бабка на какую-то фигню і спросила коня. Сіла бабка на кульбабку. Села бабка на какую-то кульбабку. А що таке кульбабка? Кульбабка – это бабка в кульке. Смотри, какой. Во, видите, аплодисменты в студии. Да, ты знаешь, это надо уже записать. Записать и выложить в Ютубе. Давайте вместе запишем. И а что такое кульбабка? Это одуванчик. Одуванчик. Села бабка. А, бабка это стрекоза. Одуванчик? Села стрекоза на одуванчик. Да. И... Испытала коника. И испытала, спросила.
Коня. А, коник это этот, как его? Кузнечик. Двойные аплодисменты. Поезд в студию. Черный ящик, давайте. Черный не надо. Нет, там приз. Приз в студию. Нет. Тебе не черный ящик, тебе маленькую урну. Беру деньги. Нет, а урну надо? Не, урну мне не надо. Вы мне так и не объяснили правила, короче. Все, отшутились просто. Правила не знаете на самом деле. Как правильно? Ну, оно меняется. Он и... Так вы мне не сказали, в каких меняется, в каких нет. Нет же у вас такого правила. Вы просто сами придумываете, что тут можно менять, а тут нельзя. В чем дело? Дело в том, что я это уже до автомата доходит, а когда это, я учил это приблизительно лет 70 назад. Тем более должны уже запомнить. Вы же каждый день пишете там, ну или читаете. Вы же читаете что-нибудь? Так что я правила каждый день читаю, что ли? Ну, конечно. Вы же читаете какие-то газеты там, еще что-то читаете? Да ладно, вы что, ничего не читаете? Новости там. А интернет зачем? Ну, сейчас в интернете читаете что-нибудь? Сейчас я тебе скажу. Ой. Говорите. Нет, сейчас я найду ему. Сейчас мы узнаем, когда надо менять, а когда не надо. А как вы, кстати, учили украинский язык, когда его запрещали в СССР? Его ущемляли же вас, я помню. Вот на Украине же. Ну, на Украине ущемляли украинский язык, все в рулетке говорят, и не давали украинский язык учить. А как вы его учили? Зверская, да, вот эта советская власть ущемляла украинцев. Все же говорят об этом сейчас. Нехорошие коммунисты отняли язык. Украинские школы даже есть. И были. То есть, оказывается, нормально развивали украинский язык-то, оказывается, при СССР. А сколько украинских школ в России? А у нас никто не разговаривает на украинском. Зачем нам украинские школы? Там никто не учится. А при чем? Так а зачем нам украинская школа, если в нее ходить никто не будет? Смысл? Просто школу построить, чтобы она стояла? Да у вас и национальности не знает своего родного языка. Почему? Кто хочет, тот учит. Ни школы якутских нет. Не может сказать даже слова. Это им запрещают? Или они сами не учат? А у вас же все русские. У вас же нету национальности. У вас все русские. Не, у нас все россияне. А, все россияне. Все россияне. Но не все русские. Вот скажите чеченцу, что он россиянин или русский. Он так и знает. Он знает, что он россиянин. Ага, он знает. Ну, чеченцы знают, что они россияне. Они с Россией вместе сейчас. А что где? Что где? Мечеть. Мечети есть построены. Это в Москве уже. В Москве мечети пополно. Ага. Сказать вам, сколько в Москве мечетей? Хотите? Погуглю. Так, а вот недавно было. Нет, там был из-за того, что не в том месте. Там они хотели построить не в том, ну, как бы, в святом для русских месте. А им сказали, постройте такую же, но в другом месте. Они построят в другом месте такую же. Москва большая, места много. А шахидки взрывали? Шахидки взрывали? Шахиды взрывали метро. Чего? А, это террористические акты называются. Они это были, что? Да. Террористические акты. Они террористы, но то и террористы. Значит, слушай меня сюда теперь. Так, давайте. Значит, в открытых слогах так. Меняется на и в закрытом слое.
Слоги открытые и закрытые. В закрытом слоге пишется «и», в открытом «о». Крот, получается, крот. Крот – это закрытый слог. Закрытый. Конечно, закрытый, потому что заканчивается он на согласную букву. А как оно может на согласную... Подождите, а как на гласную может закончиться? Кроты. Два слога. Кро закрытый, открытый слог. Не, крот, он крит получается, если закрыт, значит и? В закрытом крит. Крит. Крит, низ. В закрытом слоге пишется и, в так. Открытом о. О. Ага, получается низ, крит. Да. Крит, я понял. Низ, закрытый слог. То есть у вас нету слова нос? У нас слова нос нет. Угу. Вир. А вор как у вас? Вир? Почему? У нас есть вора немає, у нас есть злодей. А, злодей. А крот есть? Ну, в смысле, крит. А крит есть. А, крит есть. Все, ясно. Ну, все, разобрались, короче, в закрытом, в открытом. И на о на и. То есть, и в закрытом слоге. Я понял. Меняется на «о», на в, о открытом. В открытом. Угу. То есть, если «рог», «риг», то «рога» и будет «рога». Да. Угу. Понял. Ну, прикольно придумали. Це в той час, коли ти на полюванні дуєш в ріг, угу. У тебе вдома ростуть твої роги. Роги или рога? Роги. Роги. Ясно. А у вас що, як рога виросли? Давай, у бабки надо спросить, рога выросли у вас? Я на охоту не хожу. Не, а бабулька ходит, и рога растут. Она из дому вообще ленивая такая, вообще даже в магазин не ходит. А роги, как же? Какие? Ну, какие, которые растут. Уже не растут роги? А, ну это тебе виднее. Роги уже не растут у вас, все? Нет, и дочка не ходит. Вот. Что это такое? А? Что это такое? Я говорю, генеральские дочки по магазинам не ходят. А, генеральские дочки. Генерал Советского Союза? Почему Советского Союза? А чего? Что, есть такое звание, генерал Советского Союза? Ну, нет, ну он генерал был в Советском Союзе. Естественно. Угу. Дочка генерала Советского Союза. Ой, не Советского Союза. Советской армии. Советской армии. Ну, армия в Советском Союзе была. Ну ладно. А генерал? Даже точнее авиации. Генерал советской авиации. С фашистами бился? Да. Командовал 229-й истребительной авиационной дивизией. Во, он когда победил? 9 мая? 8. 8 мая победил? Да. Ну, а отмечал когда? 8. 8 отвечал? В семье 8 мая отмечали. Отмечали 8. И вы 8 мая отмечаете? Кстати, кроме не только он один. 8 мая вы отмечаете, да, короче, День Победы? Или что у вас? Или как день называется у вас? Как вы называете этот день? День какой? Скорби? Как вы называете этот день, когда отмечаете? Понимаешь, что дело? Для меня название роли не играет. Ну, вы же отмечаете какое-то? Что-то отмечаете? Как он называется? Дело в том, что, понимаешь, в чем дело? Этот праздник всегда отмечали родители. Да. И они отмечали его всегда когда? 9 мая. 9 мая, говорит. Ну. А вы говорите 8. 9 мая свеча памяти стояла всегда на подоконнике. Да.
Ну, вы отмечали День Победы 9 мая? Вот еще раз объясняю. Да, еще раз. Для особо одаренных. Праздник Победы, день, когда победа, был подписан акт о капитуляции. Так. Это был 8 мая. Во сколько? В 22 часа 3 минуты. А в Москве было в это время? 23 часа 3 минуты. Тогда не было еще перехода на время, на летнее. Не, у нас разница 2 часа просто с Европой. Ничего подобного. Один час. Нет, 2 часа. Декретный час это был. Декретный это какой? Декретный час когда ввели? Декретный час это что такое? Это когда беременна? Когда ввели декретный час, который был еще в 20-е годы. Когда его ввели? Не, я знаю, смотрите, сколько сейчас. Давайте посмотрим, сколько сейчас время в Берлине. Когда ввели декретный час? Я не знаю, что декретный час. Уже после смерти Брежнева ввели время декретный час. Время в Берлине. Вот, у нас разница с Берлином 2 часа. Это сейчас за счет декретного часа. А как, что, планета поменялась как-то? Что, как еще получилось время меньше? Ну, мать, ты знаешь, что такое декретный час? Ну-ка, расскажите мне, что такое декретный час. Ну, вот посмотри сам, я не буду тебе ничего не подсказывать. Подскажите. Вот просто посмотри, что такое декретный час? Декретный час. Ну, подскажите мне. Отпуск по уходу за ребенком. Это время, декретное время. Это ты задавай вопрос на русском языке. Ну, на русском. А если на украинском, то задай вопрос. Декретна година. Не, я же украинский не знаю. Декретный час. Нет, тогда задай на украинском, чтобы не было вопросов других. Потому что тебе же говорят декретный час, тебе говорят время по уходу за ребенком. Ну. Это значит декретное время. Так. Час перевели на украинский язык. Чтобы не было кривотолка в разночтении. Декретное время. Есть декретное время. Порядок исчисления времени. Поясное время плюс один час. Установлено в СССР 30-31 год. Потом его отменили. А ввели его. Только уже после Брежнева. Так, и что было? Ну, не был период, когда не было этого плюса часа. Так, а почему тогда у нас 9 мая стоит? Объясняю, почему. Почему? А для того, чтобы этим самым... Так. Вот знаешь, как собака бегает, вот кобель, метит территорию. Ага. Вот так вот, для того, чтобы показать, доказать, что особую роль какую-то была СССР в этой победе. А она не играла особую роль в этом? Особая роль в чем? В том, что столько жизней положили? Не, в победе. Не. А в чем это заключалось? Да, больше всех мы потеряли людей, мы дольше всех сопротивлялись, так и мы единственные, кто сопротивлялись. Это заслуга, что больше всех людей потеряли? Нет, заслуга в том, что мы больше сопротивлялись. Нет. Вся Европа сдалась, меньше, чем за год. Просто люди сдавали. Франция сдалась там за сколько там? За 3 недели. Они просто сдавались. Они не сопротивлялись. 2 года Англия воевала одна. 2 года воевала? СССР сотрудничал с Гитлером. Это с какого она года воевала? С 39-го. С 39-го года она воевала. Так он по Европе ходил, он до Англии не дошел. Он бомбил Англию. А, бомбил, вы говорите, воевала. А что, это не война? Нет. То, что он там же у них на территории-то Англия не было. Англия объявила войну Германии после нападения на Польшу. Так. А СССР вместе с Гитлером Польшу захватывала. А Англия до этого Чехословакию Гитлеру не отдала? Мюнхенский сговор. Это там что, были боевые действия? Не, они отдали наоборот. Я понимаю. Ну. Это другой вопрос. Агрессия, военная агрессия была. Как для Чехословакии, как, естественно, ее поделили без нее. Взяли, просто отдали какому-то типу Великобритании и Франции и Польши. Взяли просто такие, на тебе, братан, забираю это все. Мы это самое, тебе разрешаем. Поляки себе кусок отхватили, этот себе половину отхватил. Потом остальное себе забрал.
Я не об этом. Но тем а я об этом. Менее, а что, я об этом. Менее, а Сталин? Англия объявила Германии войну. А Сталин? А Сталин с Гитлером сотрудничал. Нет. А Сталин, когда Великобритания отдавала Чехословакию, сказал: поляки, пропустите наши войска, и не надо, и мы приезжаемся за Чехословакию. И мы Гитлеру морду набьем. А что Польша сказала? Когда это было? 38-й год. Когда конкретно? Ну, в сентябре это все было. Врешь. В смысле, гуглите? Врешь. Гуглите? Сталин врешь. Написал полякам, что пропустите вот нас, пропустите нас, наши войска через свою территорию. Мы Гитлеру. Мы поможем Чехословакии. Поляки сказали, ни хрена мы вас не пропустим. Отцапали себе кусок Чехословакии. Эти подписали с ними договор, отдали Чехословакию. А чё ж тогда они так дружили с Гитлером, когда Сталин предлагал не пустить Гитлера в Чехословакию? Так вот ты врёшь. Гуглите. А я, мне не надо гуглить. Не надо гуглить. Читал, вы там были? Я читал книгу Астафьева, называется «Секретная папка Барбаросса». Ну, Астафьев? Вот возьми, почитай её. Кто такой Астафьев? Это как сейчас Навальный у нас такой же знаменитый Пошли. Человек. Так вот, секретная папка Барбаросса – это так. Практически не художественная литература. Угу. Это практически стенограмма. Практически. Это практически стенограмма. Так. Совещание, которое проходило в 1939 году. Так, рассказывайте. В 1939? Причем есть 1938 год. Ну, потому что Чехословакию в 1938 пилили. Да. Советской делегацией руководил Ворошилов. А били в 38-м году, что у меня по 39-й? Шапошников на этом совещании. И? Речь шла об обуздании агрессии в Европе. Ты? И? Я к чему? Что это события, о которых говоришь, они были не в 38-м, а в 39-м. Кого? Чехословакию пилили в 38-м? О пропуске. Чехословакию пилили в 38-м году. Еще раз объясняю, а совещание по поводу обуздания агрессии в Европе было в 1939-м. Это было в середине августа месяца. И когда это совещание действительно зашло в тупик, так. Вот тогда вот прекратили это совещание. Мюнхенский сговор, 29 сентября, 38 год. Вы что с историей-то спорите, я не пойму, зачем? Ну, смысл, это же проверяется вот так вот легко. Я тебе о чем говорю? Ты говоришь, она просила разрешения на проход войск. Да. Не было этого в 38 году. Было, было, когда Чехословакию... В 38 году не было, придурок. Как не было-то? Это был 39 год, август месяц. Почему? Они шли Чехословакию защищать, а Мюнхенский сговор был 29 сентября. Чехословакию попилили. 29 сентября попилили. И Сталин предлагал не пилить Чехословакию, а пропустить его. Причем 39-й год. Еще раз. Да хоть 100 раз. Году таких предложений. Было. Ой, боже мой, какой же тупой. О, да, дед. Лучше бы ты украинский язык учил. Я тебе говорю, что это было в 39-м, в августе месяце. Зачем? Это чуть неделю шло совещание, переговоры. Зачем в 39-м году Сталину идти через Польшу в Чехословакию, если ее уже попилили? Все, уже попилили ее давно. И что не пилили? Мюнхенский сговор, 29 сентября 38-го года. Пропилили уже, отдали Чехословакию. Мало кто может это делать. Дякую. Я тебе говорю о проходе через Польшу и Румынию, кстати. Так зачем в 39-м году идти туда, что уже не спасается? И Румынии. Зачем? И этим вопросом занимались Англия и Франция. Зачем? Нам надо было идти в 39-м. Я говорю, боже мой, ты знаешь, что, честно говоря... Я тебе только что показал, вот. Почитай. Так вот я прочитал тебе только что, 29 сентября. Название называется книга «Секретная папка Барбаросса». Да, да. А я еще читал, знаете, какую книгу? «Звездные войны». Там вообще пипец происходит. Там в 1939 году напали инопланетяне, приехал Дарт Вейдер, и наказал, говорит, Люк, я, говорит, твоя мать. Ты второй том Колобка читал?
Я четвертый читал уже. Четвертый? Да. Значит, я понял. Значит, тебя из психушки еще не выпустили. А тебя дед выпустили уже? Тебя выпустили, что ли? А тебя что, выпустили, что ли? Подожди. Из этого приходится, удается обойтись. Тебя выпустили, и ты обходишься без таблеток? Ой, ну... Нет, у меня как-то без этого... Без этого, без чего? Жить. Ну, без таблеток обходишься. Ты понимаешь, в чем дело? Че? С этим диагнозом... Так. Так у тебя не живут или что? Или не ходят? С таким диагнозом высшее военное учебное заведение не принимали никогда. Высшее военное учебное заведение? Да. 1962. Ну, дед, смотри, ты такой советский человек, а такую хрень несешь. Как такую так? Хрень? Я тебе объясняю. И я тебе объясняю. Что это совещание было в августе. Какое? Вот это? 1939 года. Вот это? Вот это совещание было в августе? Нет. Это участвовали Англия, Франция, СССР. Какая СССР? Германия, Великобритания и Франция. И Италия. В Мюнхене. В Мюнхенском сговоре какое решение было принято? Вспоминай. Что в Мюнхенском сговоре, решение какое было в этот момент? Что? Это 39-й год. Нет, вы мне скажите, что в Мюнхенском сговоре, решение какое было? Вспомните. Нам это все равно. В чем была суть Мюнхенского сговора? Причем есть СССР к этому событию. Потому что СССР не давала поделить Чехословакию, предлагала пойти и ее защитить. Да, но мы сидела и молчала, язык в жопе всунула СССР в то время. Нет, нет. Она предложила пройти по территории ты поляков. Мне ты мне надоел, ты тупой, как три залупы вместе. Да? Я пошел. Ну давай, я пошел. Дед. Учи историю, дед, учи. Учи историю, дед. У этой отец летчик СССР. Советский летчик. Этот где-то там советский военный какой-то. И такой... Это как так-то, я не понимаю. Как так-то?